Госавтоинспекция просит сообщать в полицию о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями, а также напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Статистика показывает, что именно граждане в состоянии алкогольного опьянения чаще всего нарушают общественный порядок, в том числе и находясь за рулем. Только в апреле на дорогах области в автоавариях погибли 17 человек, из которых 8 по вине нетрезвых водителей.